Выпил, угнал, сел в тюрьму. Полицейские по горячим следам задержали 40-летнего махачкалинца, угнавшего чужое авто. В ходе допроса мужчина признался, что решил угнать автомобиль 14-й модели, припаркованный на одной из улиц Махачкалы, находясь в алкогольном опьянении. Машину он продал за 20 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на продолжение банкета. Автомобиль нашли и вернули законному владельцу, а любитель нетрезвого экстрима проведет ближайшее время за решеткой.